Доброе утро, друзья! Сегодня у нас пятница, 3 февраля. Утро уже не совсем раннее. У нас уже утро такое, что 9:30. Костик ушел на работу, детки сидят, смотрят телевизор, жуют чипсики. Мы будем скоро собираться идти в корни. Мне вот пришло по почте вчера, вот это второй раз уже реклама приходит вот этой губки белой от Мистер Клин. Ну вот, говорят, что вроде как... Что, доча? Да, для нее ничего не нужно, только лишь вода и все. И оно как бы типа все очищает. Мне уже второй раз приходит, я еще первую не испробовала губку. Вот такая она получается. Что типа она все оттирает, не знаю. Надо будет попробовать, даже не знаю, что ей тереть-то. Скажите мне, что ей тереть, если кто-то когда-то уже это пользовал. Да, она такая тверденькая. Интересно, что можно тереть. Мне говорят, что вроде даже стены, вот грязные стенки, которые вот наши, вот эти драйволы, их можно тоже мыть. Вот это, если грязные немножко, только намочить, но чуть-чуть, потому что они мокрым нельзя. Ну, тогда все. Габочка, дай мамочке, дай. В общем, я пойду себе выпью кофе, да, пузинка моя? Да, вот тут моя закупка моего мыла со вчерашнего Коска. Ну, вы в четверг увидите все, что я купила. Тортик Габи будет кушать. Банану бред. Мама сейчас даст, иди. В общем, короче, делаю кофе. Наш день начался. Побежали, бежим, по кругу. Ручками, ручками работаем, согреваемся. Ага, вылетайте, выходите, полетели дальше. Где наши дети? Где? Вот они, вот они, цветы у нас. Ну, выходите. Все, мы закончили в корнях. Направляемся домой. Сейчас мы пришли из корней, я решила немножко, захотелось пельмени, фарш я вчера купила в Костко, свиной здесь, немножечко, буквально такая щепотка. Оля посолила твоей солью, не знаю, посмотрим, как она действительно в составе написано, что только морская соль. Будем надеяться, что действительно я не разочаруюсь, потому что я знаю, моя подруга все время ее берет, но я почему-то никогда, я даже ни разу в Костко, по-моему, не брала соль, я не помню. Все, сейчас я чеснок, лук сюда перетру, перчик, соль и тесто, которое еще у меня со вчера не доделала. Я нам быстро деткам на обед накручу пару штучек, и мы покушаем сразу. Ой, божественный запах, они немножко разнокалиберные у меня получились, но это первый заход для деток. Боже, какие запахи, счастье, просто счастье, что камеры пока что еще наши не передают. Кипящую воду, конечно, я забрасываю запахов, потому что, ну, просто умереть можно, как это здесь все вкусно пахнет, с чесноком, с луком, это мясо, эти пельмени. Как я люблю пельмени, я могу их есть просто утром на завтрак, в обед и вечером, и полудник, и в перекус. Так, все, я забросила в кипящую воду свежие пельмешата, я их обязательно шумовкой перемешиваю, чтобы они не прилипли ко дну, убеждаюсь. И как только они всплывают, 5 минут, и они готовы. Все. Ну, можно сказать, такая вот быстрая перекуска. Ну, лично мне это не берет много времени, когда нужно вот только на сейчас покушать. Но когда вот я делала пельмени на заказ, а был такой период в моей жизни, я уже как-то немножко рассказывала об этом. Если захотите, я еще расскажу.
иногда, если очень-очень-очень сильно просят, я, конечно, тоже продолжаю делать пельмени. Ну, не продолжаю, я могу сделать, скажем так. Вот. Но как такового бизнеса уже на эту тему нет, потому что труд это сумасшедший, если это действительно мы воспринимаем как ручную работу, потому что, знаете, есть миллион машинок разных и всяких подсобных вещей, которые приходят сегодня в помощь, но у меня, к сожалению, все это в руками, к сожалению, к счастью, я не знаю, вот я выставляю, уже на таймер выставила 5 минут и чуть меньше делаю огонь. Вот, и могу вам сказать, что труд это немалый, и, но с другой стороны, когда вот так деткам своим только делаешь, так оно быстро, когда вот так сейчас сесть, покушать, налепить, ну сколько здесь у меня было, я, короче, не знаю сколько, но здесь штук 15 где-то, и еще сейчас штучек 15 сделаю, чтобы самой покушать, да, где-то так, здесь еще на 15 штучек, то есть 30 штучек. Не проблема, если там еще мужу даже 60 налепить, и вот так быстро. It's okay. Но люди обычно заказывают, они же не заказывают килограммчик нам, пожалуйста. Люди хотят 2-3 килограмма. У людей разные требования к этому делу. Ну, в общем, захотите, я отдельно сделаю видео. Поэтому, так сказать, делаю только для своих. Все. Пельмешатами сейчас покормлю. Немножко буду отдыхать, что-то я... Немножко подустала сегодня после вчерашнего дня. Буду немножко отдыхать, тем более, когда иду дома. Сегодня этот пейдей, школы нет. Так такой расслабон слегка. Ох, какие красавчики получились. Прелесть. Сейчас маслечко туда и деточкам на стол. Короче, пока мы будем кушать пельмени, посмотрите привет от моей мамы. Привет из кухни моей мамы. Обещала, сниму тебе уже, ладно, чтоб ты пох... Я хочу тебе снять, какой у меня получился борщик. Очень вкусный. Видишь, какой? Красивый. Сейчас буду кушать. Вот это у меня то, что я тебе говорила, масло. Вот в этой кастрюльке я, видишь, такую тушу, такой в этой толстенькое дно такое у нее в твоей, которую ты нам с Таней покупала. В ней всегда делаю масло. Растопила. Вот столько получилось. С пачечки у меня чуть больше. И вот это вот то, что процежено, то, что сверху вот это снятие. Естественно, что не выбрасываю. Тоже на нем куда-то его добавляю. Просто вот это, ты же знаешь, замерзает и полезное. Вот. Хочу что еще тебе сказать. Вот это ты сейчас увидишь. Я уже второй год собираю это и все. Начиталось же. И все, думаю, надо попробовать. Это же говорили, что это все вредно, там синильная кислота какая-то, не знаю. Но вообще-то я же уже давно вроде как ученая, я уже года 3 как это знаю, что это витамин B17. B17 это очень, короче, он очень-очень-очень полезный, еще почему-то его скрывают. Ну вот Таня говорит, что у них в Узбекистане они все время вот эти косточки продавались. Ну, внутри, которые раздавливаются, вот эти семечки там внутри. Вот. Она говорит, у нас все время высушены, выжарены. По-моему, они от рака. Когда-то я целую статью читала в интернете. Вот, я так и не знаю. B17. Вот такой вот, вот это я тебе сколько уже у меня насобиралось. Я подсушу, немножко выну, и мне жалко выбрасывать. Вот. Все, короче, все помыла, печку помыла, все у меня, тут все висит, тут у меня то, что я тебе говорила, подстаканники такие, в которых я стаканчики ставлю, вот это, что я новое купила, тоже тут висят, все у меня, короче, все, я поставила машинку стирать,
Вот, если слышишь, шумит, все, борщик у меня сейчас чуть постоит здесь, чуть остынет, и я поставлю его в холодильник. Все, моя дорогая, целую. Приятно, время 5:30, ребята. А посмотрите, какая на улице прелесть, еще светло. Очень классно. Прелесть. Очень приятно осознавать, что время увеличивается уже светового дня. Все, время уже. И тоже... Нету даун никакого, кет. Все, Габи ложится спать. Вот он нет. Дошка еще нет. И все. У нас сегодня вечер. I won my optimism award. Да, это было уже вчера, сыночек. Yesterday? Сегодня новый день. Yesterday конечно. We did that, and we did it on Wednesday. Вчера. Покажи, какую картинку ты сам нарисовал. Давай на свет идем, покажем. Идем сюда. Сюда. I tried to draw this Lloyd. And I really didn't have drawing glasses. Вот так вот. Как он это нарисовал? В интернете был видео в Ютубе, как это рисовать. Понятно. В общем, все, Габи укладывается спать, мы не будем ей мешать. Потом, Тошечка, потом, хорошо? Не будем никому мешать. Все, вам доброе утро, хорошего дня и спокойной ночи. Бай, до завтра.